или женщины в узких сиреньях, спокойной важностью лиц, с красивой силой движенек, с походкой, со взглядом цариц. Их разве слепой не заметит, а стряжа о нем говорит, пройдет, словно солнце светит, пройдется, рублем подарит. И тут они тоже дорогой, какой есть народ наш идет. Но князь обстановки убогой к ним снова не репнет, светет. Красавица, миру носива, румяна, стройна, высока, ко всякой одежде красива, ко всякой работе ловка. И голод выносит, всегда терпелива, равна. Я видывал, как она косит, что сна, то готова копна. Платок на ухо сбился, того, где косы попрут. Какой-то парнёх изловчился и кверху подбросил их. Шут! Тяжелые русые коши, косы упали на смуглую грудь, покрыли ей ноженьки босы, мешают крестьянке взглянуть. Она отвела их руками, на парня сердито глядит, лицо величаво, как в раме, смущением и гневом горит. По будням не любит безделья, зато вам ее не узнать, как сконят улыбка весенняя с лица трудовую печать. И такого сердечного смеха, и песни, и пляски такой за деньги не купишь. Утеха, твердят мужики между собой, в игре ее ком не словит, беде не срабеет, спасет, коня на скаку остановит, в горящую избу войдет. Красивые ровные зубы, что крупные перлы у ней, но строго румяные губы хранят их красу от людей. Она улыбается редко, ей некогда лясы точить, у ней не решится соседка ухвата горшка попросить. Не жалко ей нищий убогий, вольна же без работы брать. Лежит на ней дельности строгой и внутренней силой печать. Ей ясно и крепко сознание, что все их спасение в труде, и труд ей несет воздаяние. Семейство не бьется в нужде, всегда не в теплой хата, хлеб выпечен, вкусен квасок, здоровые и сытые ребята, на праздник здесь лишний кусок. Идет эта баба к обедней, пред всей семьей впереди, сидит как на стуле двухлетний, ребенок у ней на груди, литков шестилетнего сына нарядная матка ведет. И по сердцу эта картина всем любящим русский народ.